Всем приветики. Сейчас вот паяю провода. Спаял вот это два провода тут. Ну, от одного, короче, соединения два разных провода. И вот, короче, спаял. Красный провод спаял с флюсом без припоя. Он как красиво выглядит, такой прям вау. Просто закрутил его пальцами, опустил его флюс, просто достал и сразу паяльником до него дотронулся. Он так красиво припаялся. А второй без флюса макнул в припой, ой, в канифоль, а потом положил на него припой. И он такой вот как бы толстый, весь такой неровный какой-то такой, с остатками канифоли, вот оно так на него накапало, видно. Такое вот. И какое-то оно вообще не очень. Там еще они раскрутились, я так понимаю, провода. А вот у черного, ой, у красного, он как я закрутил, так сразу припой лег по кругу вообще. Дотронулся, он так зашипел, а так пшшш. И с припоем так вот, ну да, припоем по флюсу. Вообще так классно. Все так наложилось. Он какой красивый стал. Так ровненько припаялось, а вот этот, ну так себе. Вот в чем разница с флюсом и без флюса. С флюсом намного лучше паять. Лучше всего, ну типа, дождаться, пока паяльник нагреется сильно, потом в канифоль желательно, правда, окунуть, потом во флюс. И потом припаять, тогда вообще чётенько будет. Вот. Такие вот дела. Как бы их так показать почетче, чтобы была видна разница. Но видно, что красный как-то поприятнее выглядит. Вот. Такие вот дела.